Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы вместе с вами будем листать 17-й каталог компании Oriflame. Я вам по традиции покажу продукцию, которой я сама пользуюсь, и дам рекомендации, которые помогут вам при работе с каталогом, чтобы лучше подбирать продукцию для себя и своих клиентов. Желаю вам приятного просмотра. Каталог начнет свое действие с 28 ноября и закончится 17 декабря, ровно 3 недели. Уже предпраздничный, яркий, сочный каталог, в котором есть интересные предложения для подарков. И сейчас мы об этом как раз обо всем поговорим. Обращаю ваше внимание, что вы можете заказать набор, в который входит следующий каталог и 3 пробника за 99 рублей. Нужно указать специальный код набора 128-450. Следующий каталог, по-моему, будет просто восхитительный, красивый. Для новогодних подарков набор мыла, крем для рук и пена для ванны 300 мл. Называется Berry Mary, с таким интересным новогодним названием. Аромат будет ягодный. Давайте потрем страничку, если у вас есть бумажный каталог. Просто ягодами пахнет. Какой-то клюквой, мне кажется, прям. Такой приятный, не сладкий, достаточно свежий аромат. И смотрите, мы можем на 7-й странице найти подарочные пакеты, чтобы все наборы красиво упаковывать. И вот как раз эти подарочные пакеты, они разные. Как раз указаны размеры, чтобы вы уже точно знали, подойдет вам этот пакет или коробочка для нужных вам продуктов, или будет маловато, или большевато. Потому что, например, если вы планируете подарить что-то такое маленькое, то нет смысла покупать большой пакет, можно купить коробочку, и как раз с нее получится какой-то мини-наборчик декоративной косметики или ароматов. Уже многим полюбившиеся гели для душа с ароматом грейпфрута, океанским аккордом и с пионом в новом праздничном дизайне. Как раз могу вас предупредить, что по опыту прошлых лет уже точно знаю, что в первых заказах всегда идут такие вот упаковки праздничные, а к концу каталога они заканчиваются и вкладывают эти же самые гели, но не в праздничной упаковке. То есть наклейка будет как на предыдущем формате. Здесь у нас гели по 250 мл и цена всего 159 рублей. Цена очень, кстати, приемлемая. А вот это что-то интересненькое. Носки с оленями в новогоднем стиле. Очень миленькие носочки. Они придут вам вот в такой уже красивой коробочке, пакете. И один из носочков будет как раз выглядывать как мордочка маленького олененка. Ну, это, конечно, очень мило. И, как правило, носки, они... Не сильно мы ориентируемся по размеру, здесь написано 38 на 40, но они подойдут и на более маленькую ножку, и они хорошо тянутся. Я думаю, будут очень подходить, да, всем, кто их получит в подарок. А вот дальше, обратите внимание, идут наборы. Если заказывать по отдельности продукты, давайте найдем отдельно аромат. Смотрите, один аромат стоит 459 рублей. Здесь у нас 3 варианта. Одно из смягчающих средств стоит 199 рублей. Нас ждут 2 новинки в новых баночках. Я очень рада, возьму и тот, и другой. Здесь черно-смородиновая косточка, масло из этой косточки. А здесь масло косточки маракуйя. Я, конечно, возьму и тот, и другой. Давно хотела попробовать магнетиста. Мама у меня просит вот этот Eclamon Parfum. Я ее уже приготовила, но будет еще один в запасе, потому что его часто заказывают. То есть аромат приходит вот так вот упакованный в слюду. То есть все будет вот так вот запечатано. Смягчающее средство приходит в коробочке. То есть это уже такой хороший подарочный наборчик. И если вы указываете код одного аромата и код одного из смягчающих средств, то набор выйдет всего за 449 рублей. Ну, конечно, мы будем брать наборами, да, ребят? Внутри этой коробочки будет такая баночка. У меня просто старый вариант. По-моему, это гранат. Еще раньше заказывала.
А здесь баночка немножко другая. Если здесь у нас баночка, вот тут суженное горлышко, то на новых баночках вы видите горлышки широкие, что гораздо удобнее. И здорово, что компания сделала вот такой новый дизайн. Молодцы! И я знаю точно, что наши смягчающие средства все обожают. И кто их получает в подарок, они всегда так делают. Уи, как классно! Также у нас идут наборы с ароматом за 699 рублей. Здесь у нас будет аромат Woman's Collection Delicate Cherry Blossom, но я так скажу, с вишневым цветом, такой девичий, интересный, сочный, сексуальный аромат. И чувственный гель для душа с пионом. И тоже можно все это подарить в коробочке. Также мужской аромат. У меня, кстати, есть такой аромат. Брала на заказ для клиентов. Он тоже приходит упакованный, но все ароматы в слюде, запечатанные, и очень вкусно пахнет именно вот этот голубенький. Он один из самых популярных у нас ароматов. Люсия. Вышла новинка — парфюмированное мыло. Кстати, очень здорово. Многие вот прям любят, чтобы мыло было с ароматом любимого парфюма. Так, что у нас здесь с вами идет интересненькое? Угу. Здесь у нас Люсия Bright Aura аромат. Есть еще аромат просто Люсия классический. И отдельно мыло. Набором не вижу, потому что я специально внимательно смотрю, чтобы не просмотреть. А вот тут точно есть набор. Divine плюс крем парфюмированный для рук. Это очень здорово. Кстати, знаете, как крем будет выглядеть? Я вам сейчас свой покажу. Eclat Nuit. То есть вот в таком вот тюбике у вас будет достаточно большой объем крема, 75 мл. Он парфюмированный, пахнет точно как аромат. Просто очень люблю аромат Eclat Nuit, и к нему специально заказывала крем. И когда пользуюсь, то также пользуюсь и этим кремом. Eclat Femme – это очень популярный аромат среди женщин. Это классика аромата. И сейчас можно будет заказать его в наборе. И я так понимаю, что у нас набор в подарочной коробочке, представляете? То есть продается только в наборе этот крем. То есть вот так вам придет упаковано, все красиво. И набором получается гораздо выгоднее, нежели отдельно заказывать продукты. Поэтому обратите внимание, что это прекрасное дополнение. Уже не просто аромат дарите, а аромат плюс крем. И все это красиво упаковано. Классный дизайн. Здесь у нас набор тушь. Серия On Color и карандаш двухсторонний, бело-черный, классический вариант. Тоже тушь идет без скидки, 410 рублей. Ой, ноготь испортила, как жалко. А с карандашом, конечно, получается выгодно. И также у нас тушь Tremendous, популярная тушь. Вот у меня есть специально кисточку, чтобы вам показывать, не выкидываю упаковку. Классная кисть, пышная такая, набивная, и она тоже очень, ее любят многие, прям, как говорится, специально, да, вот эту тушь многие ждут, когда она по акции, а здесь она будет еще с классным карандашом, подводкой для глаз, дымчато-серый, тоже один из самых распространенных, наверное, оттенков среди всех. А если говорить о подарках к Новому году, то я вам смело могу рекомендовать вот этот набор. Я вам сейчас покажу, как он красиво выглядит. Когда он только вышел, помнится, я записывала обзор и сказала, было бы здорово этот набор к Новому году, чтобы нам выпустили. Но, как видите, меня услышали. И мы можем заказать сейчас вот эту шикарную банку крем для тела, для рук и тела. Как раз сейчас перед эфиром мазала им руки. Я его еще не достала в ванную, потому что у меня там два стоят крема, нужно использовать. Даже не два, а три. Но так как я его сейчас достала, чтобы вам показать, такой нежно-розовый, вкусно пахнущий, очень приятный аромат, как кондитеркой какой-то пахнет, но он нежный. Если в прошлом году у нас была серия Midnight Wish Love Potion, там был прям вот тяжеловатый аромат, такой на холод, прям прекрасно он раскрывался именно в зимнее время, то этот он очень приятный, такой конфетный, сладенький, приятненький. И, конечно же, кусочек мыла тоже еще не открыла. Это я все себе взяла, поэтому могу вам тоже смело показать. Я люблю всегда новинки заказываю, единственное, не успеваем все это быстро использовать. Но мне нравится, когда что-то оригинальное, неизбитое,
это новенькое. И спасибо компании за то, что заботится о нас, о наших близких, чтобы у нас всегда были красивые подарки. Ну, жидкое мыло — это просто классика жанра, всегда всем нужно в каждом доме. Далее крема объем XXL, 150 миллилитров, очень популярная серия, питательный и защитный. Они такие густые, жирненькие, очень хорошо напитывают крем кожи рук. Здесь у нас масло макадамия, а в этом у нас идет тоже масло макадамия, кстати, и там основные компоненты масло макадамия. Далее вот такой набор вы можете заказывать по отдельности или вместе. Я вам покажу, у меня есть сливовый набор, я тоже взяла, еще его не начала использовать, но не собираюсь никому отдавать, потому что он мне достался по акции, очень выгодная была скидка на этот набор. Просто чтобы вы поняли, как это красиво выглядит, серия Essence & Co. Чем она выделяется из всех серий Oriflame, то что здесь в состав входят натуральные эфирные масла. И очень красивый дизайн флаконов. То есть это один из самых, мне кажется, лучших подарков. По крайней мере, я стараюсь каким-то значимым людям, нашим врачам, там кому-то дарить именно их, и заказываю коробочки отдельные. Или вот у меня остаются коробочки от наборов Oriflame, когда нам бьюти-боксы присылали, и я укладываю это все красиво, добавляю туда какую-то мелочь, например, как вот такие вот смягчашечки, может быть, как мыло какое-то красивое, тушь для ресничек. Если я знаю, что человек не делает накладные реснички, то это выглядит потом все очень красиво. Можно положить какие-то игрушки, снежинки, все это будет выглядеть очень празднично. Серия Элио для тех, кто хочет свои волосы сделать роскошными, потому что в эту серию, в каждом продукте входят ценные для наших волос масла. Особенно я люблю наши масла именно для волос, но в этом каталоге они не представлены. Здесь есть только шампунь, кондиционер и маска, которая напитывает волосы, и они действительно становятся гладкими, мягкими, блестящими, уходит ломкость. То есть волосы в целом выглядит богато, такие, знаете, блестящие, роскошные. Так, нас ждет еще один набор, но здесь можно заказывать по отдельности, то есть мы не видим цену в наборе. Это один из прекрасных ароматов Oriflame, Eclat Mon Parfum. Вот он у меня как раз есть, только без бантика, я бантик потеряла, он слетел у меня, я его как-то неловко потеряла, но ничего страшного, аромат от этого не стал хуже, наоборот, я его обожаю. И это, кстати, один из самых, наверное, дорогих ароматов, и по стойкости он очень классно держится на теле и на одежде, поэтому его много не нужно, он такой деликатный. И вот к нему как раз есть крем для тела. А всегда парфюмированный крем, он чем интересен, то что вы усиливаете запах, то есть аромат основной усиливаете. Потому что если, например, вы возьмете крем для тела, нанесете вот этот, он дает свой аромат, здесь такие конфетные сладкие нотки, а сверху нанесете аромат другой, какой вы выбрали, то эти ноты будут друг с другом перекликаться, то есть, да, переплетаться, какая-то будет ярче звучать, какая-то будет более приглушенная. Поэтому я предпочитаю крем наносить только на ночь, чтобы он успевал впитаться, выветриться. Если я собираюсь куда-то идти на мероприятие, то я кремом не пользуюсь, то есть я принимаю душ и крем другой не наношу, только если у меня есть крем плюс аромат в паре. Это для того, чтобы запахи не перебивались, иначе будет уже совсем какой-то другой аромат, и возможно, он будет уже не так красив, как бы мы хотели. Так, вы можете заказать пробник аромата Eclat Femme Weekend, Eclat Femme Weekend, очень шикарный аромат, я вам рекомендую его попробовать, и возможно, он станет вашим любимчиком, потому что он прекрасен. Кстати, здесь указана маленькая концентрация, но, насколько я помню, на деле я несколько раз заказывала себе этот аромат, у него такой чудесный стойкий аромат, при том что он шлейфный, он очень долго слышится, когда я уже ушла, а аромат все еще звучит. Тоже один из моих любимчиков Eclat Mademoiselle. Вот в серии Eclat, кстати, очень редко бывают ароматы, которые мне не откликаются. Вот, например, Eclat Femme
Классические я не очень люблю. Я им редко-редко пользуюсь. Если вы увидите, у меня он практически новый. Я им несколько раз воспользовалась по настроению. И он у меня в основном для демонстрации, потому что женщины его заказывают очень часто. Я даже не выкидываю коробочку, чтобы показать, насколько это будет красиво выглядеть вместе. Заказывают его очень часто. А я сама люблю такие более легкие фруктовые ноты, потому что здесь есть как раз сладкое яблоко. Я эту ноту очень здорово чувствую и обожаю. А вот мой любимчик Giordani Gold Essence. И этот аромат для меня, вот он лучший в Oriflame. Если вы спросите: Лиля, какой ты аромат любишь больше всего? А у меня их около 5-10 в коллекции. Я скажу, что этот любимчик. А еще мне очень нравится сейчас аромат Си. Я его обожаю, то есть я обожаю Giordani Gold Essence, шикарнейший аромат, и к нему как раз есть и крем для тела, и дезодорант спрей, это очень здорово. Кстати, обращайте внимание, если стоит вот такой значок, восклицательный знак, последний раз в этом каталоге можно заказать. Кстати, можно его и заказать, отличная идея. Позис, очень сексуальный аромат, тоже полная коллекция, один из моих тоже любимых, Infinita. Моя дочка любит On The Edge, такой дерзкий, молодежный, классный аромат, динамичный очень. Кстати, уходит у нас аромат So Fever Her, кстати, странно, потому что аромат очень популярный, Пион. И напоминаю вам, что у нас есть дополнительные каталоги Norhin и для эмоций, масла, эмоциональные масла, Mint and Mood. Не знаю, будет ли в этом каталоге подсказка. То есть лучше заглянуть в отдельный каталог, потому что там их очень много, и вы выберете себе что-то классное к Новому году, к празднику. Парфюмерный спрей для мужчин. Объем 100 мл. И всего 449 рублей. Он не стойкий, обратите внимание, всего одна точка. Но он такой, знаете, приятный, с лимончиком. И в то же время он взрослый аромат, потому что корень имбиря и бобы тонко придают ему такую брутальность, этому аромату. Новинка. Средство для душа, волос и умывания. 3 в 1. Пена для бритья, всего 299 рублей. И мыло. Эта серия с углем, и она новинка. То есть она хорошо успокаивает, увлажняет кожу, очищает, ухаживает и смягчает. Всегда рекомендую ароматы заказывать не по картинке и не по трем нотам, которые здесь указаны, потому что каждый аромат содержит около 80 нот. И нам здесь выделяют некоторые основные. Но вы можете заказать себе пробник, код пробника в каждом, под каждым парфюмом, меленько вы видите код пробника. Сначала возьмите пробники, а потом уже поносите, подружитесь с ароматом, почувствуйте, нравится или нет, и потом уже делайте заказ. Я немножечко ускорюсь на мужских ароматах, потому что я не буду про них рассказывать, но зато остановлюсь на серии антивозрастной комплексный уход для мужчин. Рекомендую, брала такой Михаилу в подарок, уход шикарный, просто шикарный, у него приятнейший аромат, невероятный очищающий гель, я сама им не один раз даже умывалась, потому что он с углем такого серого цвета, просто шикарная серия, кожа стала очень красивая у Миши, ушли черные точки, поры стали, сузились, ушел блеск на носу, то есть вся кожа перестала шелушиться, стала мягенькая, комфортно. И вот Миша сказал: да, действительно, оказывается, нам тоже нужно ухаживать. Почему-то он раньше думал, что мужчинам не обязательно это делать. Вот сейчас у него немножко другой уход, у него для очищения мыло он использует, а крем он берет у меня. Изредка пользуется кремом. Так, зубные пасты. Обратите внимание, в этом каталоге цена на пасту очень приемлемая. И зубные щеточки тоже недорого разберут в первую поставку, если вообще они будут в первую поставку. Пасты у нас очень крутые. Я сейчас держу в руках освежающую, вот мы сами пользуемся. И у меня сейчас одновременно открыты все 4 пасты, которые есть в Oriflame. Травяная, освежающая, отбеливающая и для чувствительных зубов. Мы ими всеми по очереди пользуемся. Не очень хорошая. Серия Discover. Чем мне нравится эта серия? Кстати, она мне нравится больше, чем гели, которые у нас были вот здесь в начале.
Сейчас мы к ним вернемся, потому что меня часто спрашивают, а какой ты больше любишь? Я предпочитаю не эту даже серию с Content Moments, а именно Discover. Очень мне нравятся по ароматам все эти гели. Мне очень нравится, какие они концентрированные, какая у них приятная мягкая пена. У меня сейчас забыла, как называется. Все время вылетает из головы. Ягоды Камчатки, что ли. Вот, мне очень нравится этот гель и его аромат. Только у меня объем здесь большой, я держу в руках. Гигантский XXL 400 мл. Здесь будет 250 мл объем. Я вам прям рекомендую попробовать, их тоже можно брать вместе с мылом, тоже удобно, такие хорошие кусочки мыла. Для ног дезодорант, гель для снятия тяжести, он, кстати, большой, 150 мл. Далее, отшелушивающий крем для ног и крем для загрубевшей кожи ног. Классные крема, невероятный, хороший получается уход для ног. Дезодоранты в виде крема или шариковые. Я предпочитаю шариковые. Мне это удобнее, быстрее, и мне очень нравится, уже несколько лет пользуюсь именно вот этим вариантом, то есть серой крышечкой. У меня один новый, вот я сейчас новенький достала, он у меня будет в ванной, и один в гардеробе точно такой же. И у него нет практически вообще никакого аромата, и мне это нравится, то, что он не будет перебивать аромат моего парфюма. И он не оставляет следов на одежде, и это очень круто. Михаил убрала вот такой 72 часа защиты, но сказать, что какой-то есть прям классный эффект, нет. Не заметили, как Миша говорит, меня ничего не спасет, ни один дезодорант. Рекомендую антицеллюлитный гель и укрепляющий гель для груди и живота. Но эффект будет, если пользоваться каждый день. То есть если вы будете лениться и наносить 1-2-3 раза в неделю, то эффекта такого классного не будет. А вот если каждый день, то действительно очень хорошо работает. Гели для интимной гигиены, объем 300 мл. У меня как раз сейчас есть такой в использовании, мягкий для интимной гигиены. Он рекомендуется для молодых девочек, но я могу сказать, что мне он очень нравится. Я прям в восторге. Мелискины волосы убираем. Мыло с ароматом персика в виде ладошки, улыбашки. Тут прям фруктовый сок. Он прям пахнет абрикосами или персиками, очень вкусно. Детская серия, которая рекомендована уже прям для самых маленьких, которые только-только родились. Тут почему-то показан большой малыш, но это вот прям с рождения. То есть абсолютно безопасно, и все сделано с заботой о детях. Отзывы волшебные, просто отзывы от мамочек, которые обзавелись малышами. Они сказали, что это лучшее, что можно для них придумать. Очень рекомендую для всех, у кого проблема с волосами, идет выпадание, может быть, да, плохой рост волос, воспользоваться именно продукцией серии HairX. Здесь у нас есть кондиционер, вот я как раз достала себе. Мне он очень нравится. Шампунь, который после его применения у меня с первого раза на расческе уже осталось волос в два раза меньше, чем до этого шампуня. То есть моментальный эффект. Есть также тоник, который мы не смываем. Мы его наносим дважды в день на кожу головы. Неважно, волосы сухие или мокрые. Просто делаем легкий массаж и оставляем. То есть он не утяжеляет волосы, не слепляет их. Есть средства для уплотнения волос. Я могу сказать, что круто работает именно для укладки. Это что-то волшебное просто. Так, это я вам показала. Есть серия для тонких волос, чтобы придать объем. Все, что нужно для того, чтобы сделать классную укладку. Но я ни одним из этих средств не пользовалась, потому что я делаю укладку именно вот с этим средством. Ну, из предыдущей даже коллекции. Мне очень нравится. Закончится, я этот закажу. Далее, все тональные средства в Oriflame, мы говорим сейчас о серии Giordani Gold, они все классные, но важно подобрать под свою кожу. Мне, например, именно вот эта шелковая тональная основа Fluid не подходит. Я ее вижу на своей коже, и мне не нравится, что она заметная. Я люблю, когда тон равно невидимость. А мне очень понравилось средство гармонизирующее, сейчас я вам покажу. Вот, тональная основа гармонизирующая. Тут и дизайн, конечно, шикарный, но не очень удачный оттенок. У меня, по-моему, ванильный. Сейчас точно вам скажу, чтобы вы понимали. 62 на конце. Ванильный.
Вот у меня кожа очень светлая, холодный тон, и она на мне просто как будто бы загар. Видите, ванильный, очень загорелый. Если я наношу на лицо, то у меня шея отдельно, голова отдельно. Выглядит все очень-очень ужасно. Но тон мне сам понравился безумно, потому что с ним уже не нужен хайлайтер, уже идет эффект такой подсветки лица. Выглядит очень холеное лицо, такое все подтянутое, моложе сразу выглядит, прям заметно моложе. Здесь важно подобрать, чтобы оттенок вам подходил. Маленький лайфхак. Конечно, бумага, она не показывает на 100% вот какой будет тон. Это просто нереально передать тон, оттенок, какой он будет. Еще многое зависит от вашего тона. Но в любом случае вы можете взять вот эту раскладочку и посмотреть, а какой же мне ближе. Вот я вижу, что мне фарфоровый был бы ближе под мой тон. Да, такой нейтральный фарфоровый. Слоновая кость уже желтит. Это тоже для меня темный. То есть вы можете так к лицу поднести вот эту раскладку или любую другую серию и увидите, что вам больше нравится. Зато как я полюбила вот этот продукт, это основа под макияж. Мне кажется, ее надо было на весь лист распечатать, потому что это волшебство и магия. Я не так давно заказала, но, как вы видите, по расходу пользуюсь каждый день. Просто невероятная любовь у меня с этим продуктом. Маленькая перламутровая капелька, в ней розовенькие такие блестяшки, которых практически камера, наверное, не передает. Я одну каплю наношу на лицо, буквально проходит секунд 30, и я беру тональное средство и наношу сверху тональное средство. Я сейчас как раз возьму свой тон, которым я пользуюсь, стойкая Зывановская основа. И расход у этой основы становится в несколько раз меньше, ну как минимум в 2 раза меньше. То есть она наносится таким тоненьким, легким слоем. Лицо выглядит таким холеным, как будто на мне нет никакого тона, то есть полная невесомость. Давайте еще чуть побольше нанесу. Полная невесомость, такая красота. Коже комфортно, выгляжу свежо, молодо, очень, очень мне нравится, легко, самое главное, я не чувствую, что на мне есть какая-то косметика. Вот, видите, как живенько, то есть это у нас тон гармонизирующий, а это вот с подсветочкой как раз вот эта основа Everlasting, она стойкая, я ее рекомендую на зиму, потому что не оставляет следов на воротнике пуховика, а это очень важно, потому что у меня до этого все пуховики были просто в ужасе, потому что все время оставались тональные средства на воротниках. Вот моя прям рекомендация вам на 100%. Как закончится, я себе сразу закажу новый. Даже заранее закажу, когда уже подойдет. Ну, думаю, еще мне месяца на 2 его хватит. Консилер я не пробовала, отзывы читала очень хорошие, поэтому, да, смотрите, может быть, у кого-то из блогеров найдете отзывы и будете уже на них ориентироваться. Увлажняющий CC гель мне не подошел, я не поняла, как им пользоваться. То есть у меня отзыва на него нет такого положительного, я не плюсую. То есть я себе брала пробники, и они мне не дали желаемый результат. То есть мне не комфортен этот продукт, как-то я его чувствую, какая-то липкость, что-то, знаете, вот прям гель-гель. Так, тушь. Последний раз в каталоге, вы знаете, я скучать по ней точно не буду. Может быть, вы меня закидаете тапками или помидорами. Вот эта тушь, вы знаете, она классная. У нее хорошая кисточка, она дает хороший объем, но она у меня осыпается. Это единственная тушь. Вообще первый раз в жизни я с таким столкнулась, что тушь может осыпаться. Конечно, ресницы с ней получились крутые. Я как-то открыла ее, потом она у меня лежала, я не пользовалась, потом опять достала, начала пользоваться. Ресницы классные, густые, заметные, так круто. Но через некоторое время она у меня стала оставаться на коже под глазками, поэтому не буду я по ней скучать и вам о ней петь дифирамбы. Вторая тушь объемная, подкручивающая,
тоже не рекомендую, только из-за этой дурацкой кисточки. Простите меня, пожалуйста, кто в нее влюблен, я ее вообще не поняла, я не видела. У меня в команде было обсуждение в чате, тоже вот как раз затронули эту тушь, и девчонки писали, что они вообще не поняли, не справились, им не подошла эта кисть, они измучились. Хотя сама тушь классная, но я использую то, что внутри, просто тушью, кисточка и тушь 5 в одном. Потому что здесь в тушах Giordani всегда очень классный состав. Также есть подводка и карандаш для глаз контурный. Он очень большой, такой длинный приходит карандаш. Подводка, если выбирать, я бы рекомендовала взять или из серии The One все-таки, или даже On Color, что может быть вам покажется неожиданным. Но эта подводка для меня, я очень люблю стрелки красить именно вот такой жиденькой подводкой. У нее хорошая кисть, прекрасная, длинная, тоненькая, послушная. Но подводка моментально схватывается. То есть начинаешь вести, остановился, все, она уже схватилась. И на кисточке также она уже густая, то есть подсыхает. И надо снова забираться во флакончик и дальше красить. То есть мне это не понравилось. Вот, кстати, очень рекомендую вот эту подводку, если вы особенно не пользуетесь тенями, а красите только стрелки и ресницы. Если же вы, как я, пользуетесь тенями, то имейте в виду, что она быстро забивается, и тени забивают вот эту подводку. Вот смотрите, какая она красавица, с ней все круто, с ней красится одно удовольствие, она такая послушная, удобно, то что как маркер, да, мы привыкли писать, и поэтому для нас написать что-то подводкой сложно, а вот этим маркером просто прекрасно. Видите, я себе татушку сделала. Вот, ну почему не рекомендую? Только вот из одного момента, то что если тенями пользуетесь, то она быстро выйдет из строя, вот эта прелесть. Какой-то у меня страшный глаз получился, ну простите. Даже не планировала его рисовать, но вот как есть. Вот будет у меня красота. Потом, когда пользуетесь, храните вот так вертикально, колпачком вниз. Иногда можно вот так трясти, чтобы средство пропитало лучше кончик. И если вы тенями его забили, то тоже просто вот так потрясли хорошенько, и он как раз у вас туда весь уйдет. Это будет прекрасно. Дальше. Тени, они, по-моему, будут... А, нет, они как раз здесь. Да-да-да, два оттенка. Себе не брала. У меня брала клиентка. И это вау, вот зеленый изумрудный, он просто нас... наповал, сразил своей красотой. И вот еще одна тушь, которую бы я рекомендовала тоже смело. Она вот такая вот интересная тушь, да? Вы можете сделать такой изгиб, и удобнее, конечно, краситься, она во все стороны так вращается. Но самое прекрасное в этой туши — это сама щеточка, очень удобная, и то, что на конце щеточки вы видите, вот здесь вот тоже есть щетинки. То есть это не просто круглый кончик, а здесь есть щетинки, которые позволяют очень классно прокрасить нижние реснички и вот эти вот уголки, которые обычно остаются не всегда прокрашенными и трудно к ним подлезть. Вот это, конечно, бомба. Так, прямо говоря, искренне говоря, это бомба. И здесь у нас есть еще также водостойкий вариант. То есть можно взять классическую или водостойку. Имейте в виду, что это разные коды, не перепутайте, потому что если вы берете водостойкую, то к ней нужно сразу взять средство для снятия стойкого макияжа. Помады, смотрим. У нас есть тинты, которые я не очень использую в связи с тем, что они такие немножко специфические, нужно носить всегда кистью. И вот я, например, сейчас сюда нанесу немножко, вот так вам поближе покажу. Ой, много воды. Я нанесу, оставлю. Смотрите, он, во-первых, полосит. То есть его надо аккуратно кисточкой тушевать, делать один слой, потом второй. Вот пусть он побудет. Также на щеки, если вы наносите, то обязательно наносите прям либо на какую-то палитру выдавливать нужно средство, либо, как сказать, ну, брать кистью прямо вот из тюбика. Очень легко можно переборщить, и тогда вы будете со слишком яркими румянами. А если вы будете носить с руки, то здесь останется пятно, его тоже трудно смыть. То есть нужно прям постараться, чтобы его отмыть. Поэтому не в любимчиках у меня. Ну, смотрите, у нас уходит 6 оттенков, классных оттенков, особенно вот все три верхних.
Очень красивые цвета. Они у нас уходят. Это ультракремовая помада серии The One. И у нас есть классный мультиактивный бальзам. Кстати, оттенки, вот если говорить про малиновый, он очень яркий. И если вы хотите что-то более нейтральное, но это очень хороший бальзам, то можно взять либо розовый, либо коралловый. На ваше усмотрение. О, моя любовь! Моя любовь – это продукт для бровей. Посмотрите, какое это чудо. Один недостаток у этого продукта, единственный, то, что нет зеркала в коробочке. Видите, здесь пусто. Хотя, мне кажется, оно бы должно здесь быть. Почему его не сделали? Это тайна, покрытая мраком. Итак, три оттенка, три великолепных оттенка, которые дают бархатные брови, стойкость. И получается очень классный макияж. Давайте начнем. Первое у нас будет вот здесь, вот наверху, вот чтобы вы цвет увидели. Погуще нанесу. Такой холодный, хороший цвет. Так, 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 обо что бы вытереть? Так, не взяла никакую салфетку, к сожалению. Так, ладно, вот так вот сделаем. Второй оттенок более теплый, бы я сказала. Но это не сильная разница, но он все равно теплее. И третий оттенок это вот такой. Он более как бы поспокойнее, что-то такое. Во-первых, он посветлее, если вы заметили. Вот у меня теперь рука с глазом, с именем и с тремя бровями. Видно, да, что оттенки все-таки отличаются, и они все очень классные. И самое главное, что это стойкий будет макияж бровей. Есть к ним классная расчесочка, а есть еще вот такая тушь. У меня светло-коричневый, по-моему, пятерочка здесь. А, нет, шестерочка, коричневый. Вот, смотрите. Я вообще пользуюсь светлым, потому что мне нравится, как светлый укладывает, причесывает брови, делает их чуть-чуть посветлее, нежели вот они у меня с оттенком, потому что иногда бывает, могу переборщить. То есть вот средний, мы видим, коричневый, не такой уж он и темный. Поэтому если вы прям вот темненько-темненько, то берите сразу темно-коричневый. А если вы блондинка, как я, то можете смело брать или тот, или другой. Тушь великолепная. Тоже всегда ее заказываю, потому что она завершает макияж бровей. А можно, даже если брови позволяют, пользоваться только тушью. Она придаст такой объем, пушистость, уложит красивенько. Будет очень здорово. Для любителей более легкого тона AZ крем тональный, матирующий крем-тон для лица с SPF 30. Он в тюбике, он очень удобный. Есть в серии The One адаптивная матовая тональная основа, много оттенков, по-моему, 80 оттенков. А вот у моей любимицы, ту, которую мы пробовали, сейчас еще раз вам ее покажу, это моя любимица. Уже не первый тюбик, у меня может быть он пятый или шестой, я не знаю, то есть я им пользуюсь очень часто. Здесь 10 оттенков, мой вот сейчас двоечка, холодный розовый, то есть он такой прям светленький, полностью сливается с моей кожей, как будто бы я и не красилась абсолютно. Тоже можете приложить к своей коже и посмотреть, какой лучше подойдет. Дальше мы двигаемся дальше. Самое интересное, конечно, это декоративная косметика. И у нас есть пудра в серии The One. Очень чудесная пудра. Она с зеркальцем, с пуховкой. У меня оттенок средний, и я себе заказала не так давно. Взяла себе вот такую пудру. Она приходит в красной коробке, в хорошей такой. И я заказала вот такую пудру. Самую светлую, потому что у меня очень светлая кожа зимой, летом-то она еще немножечко выровняется, но зимой она очень светлая, поэтому я беру и прямо при вас пробую. Да, вот это будет прям то, что надо, потому что вот эта пудра, она темноватая, если вы видите, то она вот какой тон, желтит, то есть на мне ее сразу видно, а это будет прям сливаться с моим тоном. Пудра шикарная по качеству, она такая бархатная, такая шелковистая текстура, ее можно использовать прям с удовольствием. Так что все, открыла, ждала такого момента торжественно, чтобы вместе с вами ее открыть и начать пользоваться. А эту пока отложу до лета, пусть лежит. Также есть цветокорректирующий праймер для лица.
Если на лице есть покраснение, может быть, капиллярные сосуды близко, то очень хорошо помогает такой продукт, как праймер. Но, обратите внимание, он тоже последний раз в каталоге. И жидкий хайлайтер. Неужели его хотят убрать? Будет очень грустно расстаться с таким продуктом. Поэтому ловите момент. Он хоть и не из дешевых, но он прекрасен. Посмотрите, какой он красивый. Я подарила его дочке. Она просто в восторге сказала: «Мамочка, это лучшее, что у нас было». Смотрите, сначала такая капля беленькая. Когда я наношу, то остается такая розовенькая неоновая подсветочка. Очень красиво выглядит. Все это так переливается. Сейчас он подсохнет, впитается. И это будет очень-очень красиво. Вот такой хайлайтер всем рекомендую. Особенно, мне кажется, вот именно для молодежи. Не всегда для взрослых женщин именно такие вот розовенькие подойдут оттенки. Ну, вот прям для молодежи классно. Здесь у нас закрепляющий спрей для макияжа. Рекомендуется для возрастного макияжа, когда нужно зафиксировать все, чтобы макияж был красивым, стойким. Средство для снятия макияжа. У меня, кстати, оно не снимает полностью макияж. Я его никогда не заказываю. Меня спасает только именно вот средство для снятия водостойкого макияжа. У нас есть две такие палитры консилеров серии The One. Вот такие две красавицы. Ну, я не пользуюсь. Для меня с ними как-то долго, не всегда удобно. Да и нет у меня таких больших проблем, чтобы работать с лицом. Еще немножечко какое-то время я пользовалась активненько вот этой палитрой. Но потом, в общем-то, надоело. Потому что, мне кажется, они все-таки больше подходят для тех, у кого на лице какие-то проблемы, которые нужно решать. Вот одна поярче для более смуглой кожи, и одна вот как раз для таких белоснежек, как я. У меня есть на канале отдельное видео про эти палетки, где вы можете прям подробненько посмотреть, ознакомиться с ними, посмотреть, как они маскировку делают, как ими пользоваться правильно. А мы переходим к румянам. Тоже румян у меня нет, они будут у нас в такой коробке придут. Три оттенка. Пионовый, очень нежный розовый, такой девичий оттенок. А розовый и персиковый, они подойдут для любого возраста. Последний раз в каталоге стик для макияжа. Он у нас получается стик для губ, век и румян. То есть он многофункциональный. Одним им можно сделать вот так вот полностью весь макияж. И кисть для румян отдельно. Есть у нас карандаш для стайлинга в серии On Color. Я не пользовалась, поэтому не могу сказать. Тушь с эффектом веерного объема. Кстати, кисть гораздо лучше, чем она показана здесь на картинке, потому что здесь какая-то вот непонятная фотография. Кисть великолепная. Она просто великолепная. Она очень удобная. Она хорошо прокрашивает все реснички. И действительно, она классная. У меня только оттенок коричневый. Сейчас один вариант, только черный цвет. Ну, в основном многие пользуются именно черным. И карандаш для глаз тоже в оттенке черный. Целый комплект. Я всегда смотрю, а есть ли какой-то набор? Нет, здесь нету. Палетка для теней и бровей. Объясняю, что здесь, как это читается. Смотрите, раз, два, три. Раз, два, три, верхние шесть – это тени. И два ближе к кисточке – это именно для бровей. Два оттенка посветлее и потемнее. Тени шикарные. Единственное, что не всегда в таких наборах используются абсолютно все оттенки, но здесь их максимально все же подобрали так гармонично, что если вы любите теплую гамму, то вы берете смело левый вариант. Если вы любите холодную гамму, то берете правый вариант, и это будет, конечно, очень красиво. Они с легким шиммером, ну, очень здорово выглядят на веках. Но к любым теням всегда нужно использовать подложку. Либо праймер, либо какие-то мягкие тени. Я вам чуть позже покажу их. По-моему, я их забыла взять, кстати. Ну, сейчас возьмем. Тени для век. Маленький такой кругляшок розового оттенка. И двухсторонний карандаш для глаз. Удобно, конечно, когда два цвета в одном карандаше. И вы можете, например, брать в уголочках, наносить посветлее, а внешний угол или саму стрелку делать более темным вариантом оттенка.
матирующая основа Онколор. И в Онколор есть также BB-крем и тональный флюид для сияния кожи. Представляете? Он в одном оттенке, и он выглядит просто как на коже, как ухоженное, свежее, сияющее лицо. Очень популярный, кстати, среди взрослых женщин, хотя эта серия считается молодежной. Есть пудра. Она с пуховкой, но без зеркальца, имейте в виду. Я из этой серии мало чем пользовалась, поэтому быстренько вам просто делаю обзор. Не пробовала карандаш 3 в 1 для глаз, губ и щек, хотя хотела заказать и все выбирала, смотрела на медовую гуаву, но так и не решилась, потому что у меня огромное количество помад. Я подумала, ну зачем еще одна помада, и тем более не знаю, буду ли я пользоваться как тенями и румянами, поэтому отложила эту покупку. 4 оттенка лаков, небольшие флакончики по 5 миллилитров, яркие такие, сочные. Все для здоровья. Сухая смесь Natural Balance, ванильный, шоколадный, клубничный вкус, мой любимый ванильный, обожаю его, очень полезный перекус. Есть напиток Aqua Glow для красивой кожи, он с брусникой, имеет такой приятный кисленький вкус. И нужно один вот этот пакетик развести в стакане водички и просто выпить, и лицо становится розовеньким. Брала один раз, эффект очень понравился. Далее, пребиотический напиток для здорового кишечника, чтобы было всегда хорошее самочувствие. Астаксантин, очень полезный продукт, он как защитник нашего организма, укрепляет иммунитет, борется с окислительным стрессом и защищает наши клеточки от преждевременного старения. Когда мне говорят, что ты делаешь, чтобы сохранить свою молодость и красоту, ну в первую очередь, конечно, это астаксантин и хороший комплексный уход, о нем я чуть позже расскажу. Также комплекс омега-3, необходимые жирные кислоты для нашего организма. 2 капсулки в день нужно выпивать, в этой баночке 60 капсул. Мой любимый комплекс морской кальций и витамин D. С огромной, кстати, скидкой себе закажу, потому что у меня баночка уже заканчивается. А я периодически его жую, их нужно просто жевать. И в серии Wellness у нас много продуктов именно для здоровья и красоты изнутри. Я практически все, что здесь есть, пью на регулярной основе, например, питательный коктейль для контроля веса. Раньше у меня всегда в рационе были супы, и когда я работала в офисе, то там я питалась супчиками, брала по очереди то один, то другой. Они абсолютно разные по вкусу, очень питательные, и они действительно могут спокойно заменить тарелку борща, например, или еще какого-то блюда, чтобы быть сытым и при этом не есть какую-то неполезную, непонятную пищу. В основном я всегда заказываю такие wellness pack, то есть можно витамины заказывать так по отдельности, например, взять баночку витаминов, отдельно баночку омеги-3 и отдельно баночку астаксантина, но выгоднее получается заказать вот эту коробку, и здесь 21 пакетик уже с набором: одна витаминка, одна астаксантин и 2 капсулы омега-3. Тоже можете пересчитать, и вы поймете, что да, это, мне кажется, это выгоднее, мы как-то пересчитывали. Так что Wellness нам в помощь, чтобы сохранить красоту и здоровье кожи, волос, тела, да и в целом нашего организма. Спрей для тела и помещений с эфирными маслами сандала и лавандина. Релакс. Но здесь еще есть один классный компонент. Насколько я помню, здесь есть какой-то очень такой свеженький, потому что как будто цитрусовая нотка какая-то здесь есть, вот он, Relax Me, то есть какая-то легкая цитрусовая нотка делает его более таким легким и очень приятным. Тут уже пол флакона осталось, то есть хороший продукт, особенно моей дочке очень нравится, она его потихонечку перенесла в свою комнату и там пользуется. Серия Wound для молодой кожи и не только. Также подходит и для девушек более взрослых. Смотрите, в этом каталоге у нас идет акция на микс. Специальная цена. При заказе любого продукта Wound микс
получается мист. Мист получается со скидкой всего 529 рублей. Вы можете заказать, кстати, заранее взять пробники, попробовать, как вам эта серия идет или нет. Я записывала видео, тестировала все продукты из этой серии. Мне очень понравилось. Заказала два продукта дочки. Вот этот вот очищающий бальзам. Эффект преображения. Каждый раз мы пищим, когда им пользуемся. Он такой желтенький. Он похож по свойствам на гидрофильное масло. Ну, только в виде бальзама. Если масло, оно совсем жиденькое, оно также наносится на кожу, становится маслянистым. А потом нужно смачивать пальчики. И оно уже... Там формула немножечко меняется. То есть становится другая формула. Это очень здорово. Прекрасно очищает весь макияж. Мы в восторге от этого продукта. Также здесь есть сыворотка с эффектом сияния. Я рекомендую все-таки посмотреть отдельное видео, потому что продукция классная. Здесь есть и для лица два, один крем, другой гель, для кожи вокруг глаз, маска ночная. И вот здесь не представлено, еще есть маска согревающая, тоже очень шикарная. Серия Novage — это уже более серьезный такой основательный подход к красоте, к уходу за кожей. И в комплексные уходы они идут под определенную задачу. Многие спрашивают, с какого возраста можно пользоваться. На самом деле тут нет ограничений по возрасту. Например, серию Skin Energize можно использовать с 18 лет и до бесконечности. Потому что она работает именно над тем, чтобы дать коже увлажнение, питание и свежесть. То есть лицо становится свежее и румяное, то есть возвращает красивый тон кожи. Серия осветляющая работает с пигментацией, то есть выравнивает тон кожи. Серия для чувствительной кожи. Если вы как раз обладательница чувствительной кожи, то вам нужно обратить внимание на эту серию. Вот как раз у нас возрастная серия 50+. Мой любимый комплекс, вернее два комплекса, Ultimate Lift и экологен. В основном я все время пользуюсь экологен, но иногда беру Ultimate Lift, потому что эта серия работает именно на омоложение клетки фибробласт. И эта клетка отвечает за выработку своего естественного коллагена и эластина. И эта серия омолаживает клетку примерно на 20 лет. То есть она начинает работать так, как работала 20 лет назад. Соответственно, идет такая подтяжка кожи, кожа становится упругая, выравнивается контур лица. Вот, кстати, хочу эту серию заказать. У меня сейчас из этой серии как раз еще вот гель, тут где-то половинка, сыворотки тоже на вес где-то половинка, и заканчивается крем для кожи вокруг глаз. Как раз есть два новых крема, дневной и ночной. И сейчас я взяла серию Optimals осветляющую, вернее, я взяла из нее только крем дневной, вот прям открыла буквально вчера первый раз, сыворотку и ночной крем. Ночным я уже пользуюсь полтора месяца. Я их закончу, достану вот эти два крема, их использую и выпишу себе всю вот эту серию целиком. То есть как раз у меня все это вместе будет подходить к концу. В этом каталоге представлен крем для кожи вокруг глаз со скидками из всех серий. Можете любой выбрать, попробовать. Есть дополнительная серия Novage Procuticals. Это дополнительный салон, домашний салон красоты. То есть вы можете дома без помощи косметолога использовать сыворотку с ретинолом омолаживающую, пилинг с 6% содержанием АХА-кислот. Кстати, вот есть гидрофильное масло, есть увлажняющая эссенция. Вот так выглядит эссенция. Она жиденькая, мы ее просто наносим на кожу как увлажнитель. Так, куда нанести? Вот тут покажу вам. То есть она просто очень классно увлажняет кожу. Если у вас лицо выглядит обезвоженным, сухость, шелушение, просто пользуйтесь эссенцией, наносите ее, а потом, когда она впитается, сыворотку и дневной крем, или ночной, если вы делаете вечерний уход, она будет прекрасно, просто великолепно работать. Да, кстати, аппарат Skin ProSonic 3 в 1, хочу вам тоже его показать, потому что это волшебный агрегат, я его так называю. Он будет у вас так стоять на подставочке. Вы достаете сам основной, да, вот этот продукт. У меня
видите, трещинка, я его уронила, у меня отломился кусочек, здесь легкая трещинка, к сожалению, но я не переживаю, если он выйдет из строя, себе просто закажу новый. Нажимаем на кнопочку, идет вибрация, 12600, по-моему, сейчас мы найдем, здесь где-нибудь может написано, да, здесь нигде не написано, 12600 вибраций в минуту, то есть не крутится. Это у меня массажная насадка, она как утюжок, просто. То есть мы просто наносим крем, сыворотку, потом крем, и аккуратненько по массажным линиям двигаемся аппаратом по коже. Массаж получается великолепный за счет этой мощной вибрации, абсолютно безопасно для чувствительной кожи, и очень здорово снимает спазм мышц, кожа, да, лицо расслабляется, выглядит моложе, нет вот этой зажатости, морщинки разглаживаются. Я называю прям это утюжком для моего лица. Так как кровообращение усиливается и крем любой впитывается лучше. Есть вторая насадка, которой мы очищаем кожу, тоже ее очень легко заменить. Так, раз, вставили, раз, убрали. Смачиваем ее, наносим гель на влажную кожу и начинаем просто двигаться. Не вращается, обратите внимание, просто вибрирует, все стоит на месте, ничего не двигается, поэтому не переживайте, если у вас кожа чувствительна, это абсолютно безопасно. И насадка скраб, вот такие пальчики силиконовые, какие-то такие мягенькие, маленькие пальчики, которые очень нежно-нежно скрабируют кожу, тоже наносим гель на лицо и потом вот этой насадочкой проходимся. Так, все снимаем. Моя любимая, конечно, это вот массажная, я в основном ей пользуюсь. Максимально стараюсь почаще это делать. В этом каталоге большая скидка на набор. В набор входит сам аппарат и три насадки. Поэтому можете смело к Новому году просить такой подарок, потому что этот аппарат вам прослужит очень долго. У меня он, мне кажется, уже больше 2 лет. Я им довольна на 100%, он великолепен. Серия «Королевский бархат». Интенсивно подтягивающий капсулы для лица. 28 фиолетовых рыбок, внутри каждой рыбки масло, его нужно нанести на чистую кожу, а потом сделать свой обычный уход, то есть нанести ночной крем и все. А также есть подтягивающая маска для лица «Королевский бархат», она кремовая масочка, наносится на кожу и через 10-15 минут смывается. Кстати, здесь написано на 5 минут, но я обычно даже минут 10 держу масочки. Вот, серия Optimals, я говорила, что я из этой серии сейчас взяла себе как раз 2-3 продукта для осветления. Это такая ситуационная, вынужденная мера, чтобы выровнять тон лица. Здесь есть скраб отшелушивающий, средство для очищения кожи, выравнивания тона лица. И 2 средства серии Urban God, как раз мультифункциональная. Очищающее средство, как маска, скраб и просто очищение. То есть можно как масочка оставить. Можно просто потереть, легкое скрабирование будет, то есть на каждый день. И спрей увлажняющий, вот это прям моя любовь, скоро закончится. Я себе уже новый приобрела, потому что мне он очень нравится. Как термальная вода, как мицеллярная вода, как тоник просто после этапа умывания, я его распыляю на кожу, у него прекрасный вот этот распылитель есть. Слушайте, его так надолго хватает, я пользуюсь уже, ну, давно, очень давно, расход у него маленький, поэтому, заказав один раз, имейте в виду, что будете пользоваться долго и с удовольствием. Есть здесь у нас очищающая глиняная маска, бустер смешивать с кремом, это не отдельный продукт, его именно нужно замесить с кремом, прям в ладошке, вот так капелька, 1-2 капельки бустера и немножечко крема. Расход крема заметно сразу становится меньше, потому что бустер, он его немножечко делает более жиденьким крем, соответственно, да, и он легче распределяется по коже. Патчи, я вам, конечно, приготовила показать патчи, открывать не буду, иногда ими пользуюсь. В одной упаковке одна пара, то есть на один раз 239 рублей, то есть процедура не дешевая, поэтому имейте в виду, что она действительно классная, здесь такие хорошие патчи,
у них хороший состав, они работают над тем, чтобы снять отечность, уменьшить темные круги, увлажнить и охладить кожу, то есть чтобы ушел отек. Серия для молодой кожи называется Pure Skin. В эту серию входит очищающий тоник, матирующий крем, губочка. Она для всего подойдет. С ней прекрасно умываться. Прям на нее можно капать гель. Или снимать маски, которые трудно снимаются. Например, глиняная маска, вот как в этом случае. Но не маска-пленка. Маска-пленка просто снимается как платьице с лица. Серия Essentials входит в нее. Сейчас представлен крем. Кольт-крем с витамином Е 75 мл и универсальный увлажняющий крем для лица и тела 150 мл. То есть мы можем выбрать такой или такой объем, кому как удобно. То есть это базовый уход, недорогой, легкий, питательный, хороший крем. Тоже он очень, кстати, популярен среди женщин. И серия осветляющие Essentials, очищающие средства. Выравнивающий крем для лица. Кстати, дочке брала такой крем, ей понравился, он сказал, да классный крем. И маска-скраб для лица, маленький тюбик. Ну как маленький, 75 мл, а крем 50 мл. Масочки тканевые. Один из самых, мне кажется, популярных трендов последних лет, это именно тканевые маски. Они на один раз, то есть мы достаем маску, она пропитана вся сывороткой, распределяем ее. На коже лица там есть уже прорези для глаз, для губ, для носа. Плотненько прижимаем, чтобы она максимально прилегала к коже, и оставляем на 15-20 можно минут. Обожаю эти маски, они дают быстрый такой эффект увлажнения, свежести. Серия Love Nature. В этой серии несколько вариантов, как мы можем подобрать уход. Для комбинированной и жирной кожи с маслом чайного дерева, то есть органическое чайное дерево и лайм. Есть отдельно прям масло чайного дерева, вот такие вот пузыречки, 10 мл. Это масло используем на всех местах, где есть воспаление. Это могут быть прыщики, укусы насекомых, порезы, ожоги. То есть все, что нужно быстро подлечить, восстановить. Я даже делаю полоскание для горла, если чувствую, что заболеваю. Могу закапывать в носик, разведя предварительно с водой, потому что здесь есть спирт в составе, иначе вы сожжете себе слизистую, если будете так хулиганить. И, конечно, самый большой спецэффект – это когда укусы, особенно маленьких детей, кусают комарики, то маслицем обрабатывают все укусы, и они очень быстро заживают. Здесь есть также очищающая маска скраб. Ее можно носить на 10-15 минут как масочка, или только не давать ей высохнуть полностью до конца, или как скрабик, потому что в ней скрабирующие есть как раз такие вот, как это называется, отшелушивающие частички. Но мне больше эффект нравится, когда я наношу ее как масочку. Кожа становится более чистая, светлая, поры стягиваются все, то есть эффект просто вау-эффект. И при этом такой приятный аромат чайного дерева. Есть матирующий крем-флюид и отдельно помада антибактериальная, именно корректирующая воспалительные процессы. В серии Love Nature есть у нас мицеллярная вода, смягчающая, с органическим овсом и ягодами годжи. Тоже большая серия, но в этом каталоге представлен только один продукт. Она как раз для сухой кожи больше подходит, для нормальной, склонной к сухости. А серия с органическим алоэ и кокосом, и кокосовой водой, она уже больше для комбинированной. То есть нормальная кожа и комбинированная очень любят эту серию. Здесь также есть у нас маска-скраб, она более уже гелевая, тоже есть не отшелушивающие частички. Она прям прозрачная, такая как нежный прозрачненький гель с голубинкой, потому что там частички такие отшелушивающие голубого цвета, и кажется, что сама масочка тоже голубенькая. Здесь есть тоник и очищающий крем. Именно крем, вот кто любит мягкое, а нежное очищение, то мы рекомендуем им использовать не пенки, не гели, а именно крем. В серии Love Nature есть много всего интересного. Также шампуни, кондиционеры. Для жирных волос идеальный вариант органический лимон и мята.
Для сухих волос питательный шампунь для сухих волос с пшеницей и кокосом. Есть жидкое мыло концентрированное и очень вкусно пахнет, какао и кокос, это великолепное сочетание. Гели для душа, мыло, гели, кстати, шикарные, с малиной, оно с отшелушивающими частичками. Мочалочка в этом каталоге представлена. Детская серия. Детский шампунь для волос и тела, мыло, кусочек клубничка и парфюм детский, такой спрей, легенький, вкусненький. Для взрослых и тех, кто хочет сохранить кожу рук в хорошем состоянии, мы рекомендуем вот такую вот маску для рук, Schwedisch Spa серия. Наикрутейшая маска, я ее всегда заказываю, я ей пользуюсь только на ночь. Посмотрите, какая тут гущина, сейчас я выдавлю немножко, чтобы вы понимали, да, что это очень-очень-очень густой питательный состав. Я наношу полностью на руки, особенно вот обращаю внимание на вот это место, где образуются заломы, на локти, потому что локти сильно сохнут, а эта маска, она дает отличное питание. И каждый день на ночь я ее использую. Редкий случай, когда я пропускаю эту процедуру, потому что мне очень нравится, как выглядят потом мои руки. Кожа мягкая, напитанная, нет сухости, заломов. То есть выглядит все очень классно. Мыло. Мыло три варианта. Крем для ног, кстати, очень рекомендую, с ароматом тыквы и апельсина. Пахнуть будет очень вкусно. Тут написано с тыквой, но я прям чувствую здесь запах апельсина. У меня был такой крем, я его обожаю. Набор пряный цитрус. Мыло. Выглядит как мыло ручной работы. И легкий, приятный крем для кожи рук. Наборчик для тела. Крем 150 мл и крем для душа 200 мл с клюквой. Очень приятно. Там имбирь и клюква. Супер. Вот не могу сказать, появится ли помада On Color. Прекрасная помада, но в последних каталогах ее не было. Ну, надеюсь, нам ее в ближайшее время привезут, потому что помада классная. Увлажняющая губная помада гель Giordani Gold. Моя прям вот любовь. Я мечтаю о светлом каком-нибудь оттенке, я бы взяла, наверное, карамельный нюд с удовольствием, потому что помада просто волшебная. Она не стойкая, конечно, но она так круто лежит на губах, и она такая приятная, она увлажняет. Вау, просто обожаю ее. Кстати, когда я ей крашу, все спрашивают, что за помада на губах? Так это она. Есть праймер, если вы хотите, чтобы помада выглядела еще более лучше, да, обвести праймером сначала губы, а потом уже наносить помаду. У нас есть такая стойка, уже помада жидкая стойка, она не растекается. Я ее даже красила, когда мы маски активно все носили, и она не так, ну, можно сказать, вообще не отпечатывается на масках, потому что она устаканивается, когда на губах, так смешно сказала, устаканивается. Ну, подсыхает, да, впечатывается, впитывается. Очень красивый цвет. У меня, знаете, какой оттенок? Теплый кашемир. Вот сравните на бумаге и на руке, это совсем две разные помады, мне кажется. Выглядит здесь намного светлее. В деле она более яркая. Если взять более темный контур, то получаются шикарные губы. Кстати, люблю эту помаду, тоже рекомендую. Помада Энергоблеск. У меня есть один оттенок, но я им не пользуюсь. Не очень удачный для меня цвет получился. Я не ношу такие розовенькие помадки. Смотрите, она прям совсем вот такая. Но мне так нравится, как она блестит. И я летом иногда ее красила, когда легенький загар. И она настолько красивая, как будто губы усыпаны бриллиантами. Все переливается, она приятно пахнет, она увлажняет. Она такая крутая по качеству. Но мне нужно было взять какой... У меня вот манящая малина. Кстати, вот она как выглядит. Здесь она, мне кажется, более темная, что ли. А я бы хотела вот такой вот персиковый сорбет. И я бы тогда и точно пользовалась постоянно. Также у нас есть помады стойкие. Супер матовые. Unlimited The One серия. Но они, знаете, какие... Хоть она и стойкая, но она не сушит губы. Я пробовала эти помады. У меня есть тест-драйв
полное видео. По-моему, там одного какого-то оттенка только не было. И мне она очень понравилась. Единственное, оттенки такие все в основном темноватые. Прям буквально три верхних более такие вот как бы дневные, естественные. Остальные такие все насыщенные, яркие, очень сочные. А вот моя любовь. Помада Cushion, кстати, это ванилька, я недавно, у меня в рюкзачке она лежит, я себе купила, наконец-то заказала, ой, ванилька, я сказала, нет, не ванилька, это вообще все новые будут помады, ребята, смотрите, будет вот такая упаковка, помада Cushion, я даже не заметила, что это абсолютно новинка, давайте-ка их рассмотрим поближе. То есть нас ждет мерцающий нюд, все, я уже влюбилась. Все, я уже в обмороке, я уже хочу. Искрящийся мауф. Как это шикарно. Господи, я смотрю, их всех, все их хочу. Сияющая роза, блестящий красный, морозная слива, игристые бургунди. Так. Ну, вот скажите, какую взять мне, потому что я очень хочу. Сколько она будет стоить? 319 рублей всего, такая прелесть. Но я склоняюсь к мерцающему нюду, конечно. Или вот... к искрящейся мауф. Нет, наверное, первую возьму. Уверена, в первый день каталога вы их все разберете, поэтому я буду первая делать заказ и заберу эту помаду. Так, лак для ногтей. Вы будете спрашивать, Лиля, какой у тебя лак? Вот, это он. Цветущий клевер. Очень рекомендую. Классный лак. Единственное, что мне в этой серии... Сейчас не открою все руки в креме. Что мне в этой серии не нравится... Лаки быстро высыхают. Не могу открыть. Хочу, но не могу. Лаки быстро высыхают, поэтому много не набирайте. Возьмите себе 1-2 оттенка, используйте быстренько и потом заказывайте другие. Но лак невероятный. Посмотрите, какой цвет. И он хороший, он быстро сохнет, он стойкий. Я, правда, нанесла 2 слоя и вот нечаянно торопилась быстрее записывать видео. И один ноготь испортила. Но это не страшно, все легко поправимо. И вижу, что здесь нас ждут новинки. 3 лака и топовое покрытие с мерцающими частичками. Угадайте, кто возьмет себе топовое покрытие? Обожаю всякие блестяшки, поэтому я возьму. Также рекомендую закрепляющее быстро сохнущее покрытие, чтобы быстро подсушить лак. И, конечно, моя рекомендация – это средство для снятия лака. Это лучшее, что я пробовала. А так как я всегда крашу ногти, у меня всего было, наверное, 2 или 3 раза я делала ногти. Гель накладывали мне. То есть у меня было 2 или 3 этапа таких в жизни, когда я несколько раз подряд это делала. Но потом я все равно понимала, что не хочу это делать. Мне очень нравится менять лаки. И чтобы были натуральные легкие ноготочки. Вот про что я вам хотела рассказать. Так это про стойкие тени карандаш для век. Это волшебный продукт. Я использую бронзу и хрусталь. Вот 2 моих любимчика. Уже их повторно заказываю не первый раз. Из года в год я ими пользуюсь. И я ими всегда подвожу нижнее веко. Потому что его хочется выделить. Если носить просто тени, то слишком бледно получается. Если носить только карандаш, то слишком ярко. Да, там нужно как-то тушевать или оттенок карандаша подбирать светлый. А когда наносишь бронзу и хрусталь, то сверху можно поработать уже сухими тенями, и это не растягивает кожу. Это будет очень стойко, надолго, и ими можно сделать полный макияж. Обожаю этот продукт. Кстати, смотрите, какая акция. Какая у нас тут акция? Сколько это стоит, я не пойму. Вы знаете, я пытаюсь увидеть, но вот я вижу отдельно тени и отдельно подводка. А сколько вместе стоит? То ли это просто рекомендация? Ух ты, а подводка-то у нас будет серебристая. О, вау, серебристый металлик. Какая красота. Видите, как это выглядит? Вот она, стрелочка такая праздничная. Ой, я прям очень хочу. У нас все в этом... году будет серебристая. Я почему-то подумала, что если их брать в паре, то будет скидка какая-то. Я бы тогда взяла себе вот этот нефрит и подводку. Ну, будем брать отдельно подводку. И, конечно, бомбическое завершение каталога. Это наша любимая многими тушь 5 в 1. У меня, кстати, с прошлого года вот один оставался в запасе вариант праздничной упаковкой тут с блестками. И в этот раз у нас будет... волокна в форме звездочек для большей длины и объема, ультра черный пигмент,
для яркого насыщенного цвета и стильный праздничный дизайн. То есть наша обычная привычная тушь 5 в 1, но просто вот с блестками. А здесь в этом варианте у меня, конечно, какие-то там еще есть дополнительные эффекты, но я их, честно говоря, не замечаю. Просто тушь и тушь черная, классная черная тушь с удобнейшей кисточкой. Вот, на этом наш обзор завершен. Осталось все это растереть по традиции. Кстати, в этот раз мало у нас помад. С чего начнем? Это у нас маркер для стрелок. Как видите, его не стереть просто так. Для бровей. А, это тушь была. Брови. Вот единственный минус у меня... руки в креме жирноватые, стойкие брови. Далее, это тинт у нас намертво сидит, его только вот видите могу скатать. Так, это гель помада Giordani, она очень эластичная. Это жидкая помада Giordani, вспоминайте, вот она, видите, какая она стойкая, то есть ее вот так вот не свести особо. Это энергоблеск мягенький и кушен. Ну, кушен, кстати, будет другая помада, поэтому не актуально. Благодарю вас за внимание. Если видео полезное, ставьте свои сердечки, мне отправляйте лайки, пишите вопросы, пишите, что вам больше всего понравилось в этом каталоге, и что вы хотите себе заказать или на подарки. Может быть, я что-то пропустила, я надеюсь, вы меня простите. Я вам всем желаю чудесного предновогоднего настроения, праздничного, доброго, теплого, уютного. Готовьте подарки, чтобы радовать своих близких своим вниманием и показать им, что вы их любите. И до новых встреч. Всего доброго. Пока-пока.